3 июля мы узнали, что в Тулуне произошло бедствие. Нам позвонили с молодой гвардии и также написали от нашего всероссийского движения «Волонтеры-медики». Ну, о том, что не желаем ли мы поехать в Тулун, ну, как волонтеры, то есть, ну, оказывать какую-то помощь. Я узнал о бедствии в Тулуне, о том, что там произошло наводнение, то есть людям нужна помощь. Точно так же подтвердили информацию там с молодой гвардии, наши волонтеры-медики точно так же подтвердили это. И собрался, поехал помогать людям. Ездил волонтером в город Тулун после паводков. Мы оказывали медицинскую помощь, работали на складах гуманитарной помощи. Мы только заехали, было довольно-таки просто страшно, и ты понимаешь, что... И потом еще такие видеоролики смотришь, там, которые такие, ну, выкладывают, да, там, ужасающие, действительно ужасающие. Понимаешь, что человек, вот, ну, действительно всю жизнь вообще жил, наживал, и в один миг просто все, ничего. Он просто вот остался, можно сказать, на пустыне, и не знает, чего ему делать. И вокруг там вообще ничего. Причем даже, наверное, и мало есть кому обратиться, потому что у твоих соседей то же самое. Эмоции достаточно смешанные, тяжело смотреть на людей, у которых случилось такое горе, они все потеряны, все в панике, в откровенной, да, то есть они не знают, куда им податься. Стекольном. Там не было абсолютно воды. То есть это зона, где вода туда не зашла. Мы заселяемся в общагу. Там мы жили 2 дня. И по приезду мы сразу же отправляемся на склад гуманитарной помощи. Наши парни отправились разгружать именно вагоны, то есть в машины. А мы ждали уже машины на складе. По приезду машин мы разгружали, то есть эти машины. И, ну, мы отвечали за определенный, так скажем, уголок с медикаментами. Там как бы было разгранично, то есть там, допустим, бытовая химия, там продукты, вещи, ну, на определенные уголки. Мы отвечали за медикаменты. Ну, сначала помогали как бы общее разгружать, а потом распределяли медикаменты по назначениям. Ну, там, допустим, обезболивающие, там, от желудка, там, от давления. Ну, вот там сидели женщины, которые выдавали, допустим, гуманитарную помощь, чтобы им было удобно брать и выдавать. Когда мы приехали, на следующий день сразу же началась вакцинация населения, и также начали прививать сразу же нас, ну, волонтеров. Не только нас, волонтеров, но еще ребят, которые работали с МЧС. Вакцинация проводилась, то есть где-то по 1000 вакцин ставили в день. И мы сразу же поехали в больницу, когда только узнали, что идет вакцинация, мы сразу подумали, что нам там нужна помощь, ну, кому-то нужна будет помощь. Когда мы приехали туда, мы увидели ту картину, что люди особо не понимают, в какой они оказались ситуации. То есть у людей еще был шок. Каждый человек переживал проблему сам. То есть они не могли сплотиться еще. Вот это тот был самый переломный момент. Я как бы не медик по образованию, у меня была другая задача. Я помогал координировать людей, развозить рабочие силы, материальную помощь, продукты питания, пострадавших завалов, то есть и в принципе был как мобильная машина скорой помощи, и не только. Вот. В свободное время, как обычный волонтер, помогал разбирать завалы. В первые дни достаточная неорганизованность вот этого волонтерского процесса, то есть достаточно большое количество человек находится на завалах, хотя это не столь обязательно, потому что там уже стала появляться техника строительная на помощь, да. И за несколько дней удалось вот перераспределить ресурсы человеческие, чтобы максимально эффективно выдать вот помощь людям. Наводнение в Тулуне. Река Ия и раньше в периоды паводков подтапливала город, но в этот раз плотина, промокшая насквозь, не выдержала напора и была прорвана. Вода в считанные часы затопила большую часть жилых построек и социально значимых объектов – школу, магазины, автозаправку, даже мост одной из важных трасс. Все поглотила стихия.
люди остались ни с чем. Неудивительно, что народ пребывал в шоке. Каждый как мог боролся за свою жизнь, за здоровье своих близких. Бедные медики, которые там работали, они не знали, что с этим делать. Они были настолько вымотаны вот этим всем. И когда ты видишь эту всю картину и пытаешься объяснить людям, что завтра будет столько же, завтра будет так же работать, и вакцинация не прекратится до того момента, пока не будут провакцинированы все, они не слышали этого, они не понимали это. И так было, наверное, дня 3. И потом картина уже стала утихать, люди уже стали, отошли маленько от этого шока, они уже поняли, что если говорят, значит, это будут делать. Вакцинация проводилась против гепатита А, она проводилась с той целью, что не было никакой, была полная антисанитария, не было хорошей воды, и для избежания эпидемии все прививались от гепатита А. И те же волонтеры и люди, которые, допустим, там на завалах где-то были поранены, они там были, они наступали на гвозди, и им сразу же прививали, ставили антитоксин от столбняка. То есть вся работа проводилась в полном объеме. Кроме специализированной помощи, которую оказывали саянские студенты-медики пострадавшим жителям Тулуна, волонтеры принимали участие в делах, которые также были очень важны, несмотря на, казалось бы, их обыденность. Помощь нужна была любая, и добровольцы брались за любую работу. У нас вечером проходило постоянно собрание, то есть о проделанной работе и о работе, которую мы должны делать, допустим, на последующий день. Все, то есть, наша задача была на последующий день помочь на кухне. То есть это, мы там нарезали, допустим, хлеб, какие-то продукты, чистили картошку, мыли посуду, расставляли там все, выдавали там пищу. Все, помогали. Это просто происходило, наверное, с 6 утра там до 10 вечера. И просто не смыкая, рук, глаз, ног, постоянно был в движении. В деле. И все-таки основной деятельностью волонтеров-медиков был подбор лекарств, оказание первой помощи при ранениях и порезах, которые нередко случались у местных жителей и других волонтеров в результате разбора завалов. Нам сразу, можно сказать, выдали медкабинет. К медкабинету был поставлена медсестра, которая уже профессионально. Мы также советовались с ней, она советовалась с нами, мы работали, помогали ей, она нам. Люди приходили, просили медикаменты. Стабильно, систематически, 3 раза в день мы ходили на осмотр, то есть утром, вечером и днем, постоянно. То есть в чем люди нуждаются, какие медикаменты им нужны, вплоть даже там продукты какие-то, даже там детям не памперсы, все, что нужно было, они, допустим, нам список определенный давали, мы соответственно, к себе на склад приходили, набирали и потом им приносили именно каждому. Большая вода принесла беду, и для людей это стало причиной сплотиться и прийти на помощь тем, кого наводнение застало врасплох, спасти дома, улицы, а главное – здоровье и жизни людей. Со всей страны в Тулун приезжали люди, чтобы оказать любую посильную помощь. Были даже люди, которые сами приезжали из Хабаровска. Понимаете, мы, допустим, жили, а они взяли сам. Он сам просто взял билеты, приехал и говорит, мне сказали, здесь волонтер живет. Можно я приеду, буду вам помогать, без проблем. Были люди такие. Огромное спасибо, хочем сказать, Красноярской аптеке «Экохим». Когда мы позвонили вечером, сказали, что нам срочно нужно лекарство. Люди просто не могли даже его купить. Они срочным поездом отправили, и на следующий день вечером мы уже получили лекарство на сумму около 50 тысяч. Мы получали дорогостоящие лекарства, такие как инсулин. То есть люди даже с Иркутска отправляли, незнакомые, они знали, где наш штаб находится, они отправляли нам, мы получали, который инсулин подходил людям, мы его отдавали, то есть без проблем. Он хранился также у нас в холодильниках, то есть они могли просто прийти в любое время и получить. Также были закуплены тонометры, людям они тоже были необходимы, глюкометры тоже в больших количествах. С нами очень хорошо сотрудничали правоохранительные органы, потому что когда людям становилось плохо, их нужно было отвезти
в больницу. Не было машины, просто подходили к полицейским. Нам позвонили, поедете, поедем. Чем сможем, тем поможем. Ну вот как-то нет такого, что там, ну может там себе что-то навредишь. Вообще вот в мыслях, ну это все как-то отпадает. Ты просто понимаешь, что люди нуждаются в твоей помощи. Ну а ты сможешь им помочь. Ну хоть какой-то минимум, ну ты как бы дашь. Мы там пробыли вот 10 дней. Ну Сергей у нас пробыл 14 дней. И как бы мы все очень сильно сдружились, мы по сей день общаемся, как, допустим, с волонтерами общаемся, которыми жили, так и с народом, ну, который, допустим, в Тулуне. Ну, и мы созваниваемся и там спрашиваем, в чем необходимость есть там. Приятно от того, что помогаешь людям, понимаешь, что добрых людей достаточно много, и со всей страны люди приехали, откликнулись и начали помогать. Вы представьте, когда, допустим, нам говорили, да, там, просто даже спасибо. И ты там был настолько счастлив, что тебе сказали это спасибо. Ну и ты такой, там, да ладно, такой, сразу в эмоциях просто зашкаливает, ну и ты действительно радуешься вот таким простым вещам. Поэтому надо побольше добра у нас, что было в мире. Когда ты едешь первый раз, ты не понимаешь, куда ты едешь. То есть ты вообще не знаешь, просто надо. Ты не знаешь, в каких-то условиях будешь жить, ты не знаешь, с какими тебе людьми придется встретиться, какие будут сложности на твоем пути. И даже когда ты через все это прошел, ты опять готов, и ты опять вот прям было стремление и желание ехать и опять помогать, если, не дай бог, что-то бы случилось.